Благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой» прошла сегодня в городе над Бугом. Традиционно мероприятие принимала средняя школа номер 15. В рамках доброй миссии малообеспеченные жители Московского района, а также многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети, инвалиды и одаренные ребята, получили денежную помощь. В 2011 году принято решение администрации Московского района о создании попечительского совета именно Московского района города Бреста, в состав которого вошли 15 ведущих субъектов хозяйствования. Собрано 186 миллионов рублей и направлен именно на цели поддержания малоимущих семей, многодетных семей, семей инвалидов. Добрые волшебники, подарившие еще один повод для радости в этом году, члены попечительского совета. На сегодняшний день благотворительному союзу есть чем гордиться. С каждым годом количество участников растет. И во главу угла не ставится вопрос о количестве выделенных средств. В благотворительном деле важную роль играет участие. Ведь из капель, как известно, можно и море собрать. Помимо одаренных семей, мы материальную помощь оказываем нуждающимся. Это, во-первых, дети-инвалиды, которые находятся на обслуживании в нашем территориальном центре, а также нуждающиеся, которые проживают в Московском районе. Помощь, это, конечно, она очень важна. Она как в моральном, так и в материальном плане. И надо отдать должное, что вот с каждым годом все-таки все больше и больше людей, фирм, организаций все с большей охотой откликается вот именно на такие мероприятия. Однако на этом сюрпризы для гостей праздника не закончились. Кроме денежной помощи, в рамках мероприятия был организован концерт, главными артистами которого стали непосредственные обладатели специальных премий, талантливые юноши и девушки Московского района, для которых этот знак внимания – еще один повод продолжать выбранное дело, стремиться к новым успехам и новым свершениям. Я думаю, что каждый родитель и каждый взрослый хочет, каждый преподаватель, я думаю, каждый хочет, чтобы ребенок победил. Вот. И когда ребенок побеждает, я думаю, что это каждому приятно. То есть потом замечают где-то вот тоже, говорят, что хороший педагог, хороший родитель. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.